Hi, Aries. Drink and drive. Woo! The drumset was on the ferry and the ferry burned down on the way from Berlin to... Burned down? Yeah, with all the drums and stuff, so we need to get the new drumset broken. Подачи, не знаю, как сказать. Как подачи? Сам говори. Давай. What? Привет, Шерстобитову из Латвии. Like sign it with my own hand, and that's fucked up. That's Russian Facebook. Yeah. Heard about it? No. Hey. You should be a real poet to be able to sing in Russian, I mean rock music, so now, but English is easier. Okay, so you are in Latvia, are you on a tour? Yeah. Where have you been? So yesterday we had an interview on local TV in Riga, and today we're going to perform at Roxy Club in Klaipeda, Lithuania, and tomorrow we're playing in Nava Club with Backflow. Back in Riga? Yeah, back in Riga. And the day after, on Saturday, we're playing at Fountain Palace with Zushi. Is that Double Face? Yeah, yes, exactly. Yeah. Well, then probably. Okay, yeah. Ask me anything. What do you think of this place? Oh, I think this place is beautiful. The stage is huge. There'll be plenty of room. And do you know who's gonna play here on Saturdays? I think One Glimpse Away, that famous band from Turkey? No! I thought they were Russia. From Turkey. No, I mean, come on. Okay. You have to know that. And they're playing with Double-Faced Eels, so... Okay. I mean, it doesn't get any better than that. Well, we'll see. We will. We'll hear, too. Yeah. Excuse me. Do you know where is Roxy Club? Well, then could you show us directions where to go? Like, tell us. Не можем клуб найти вообще никак. Плохи. Круче Rolling Stones. Вот они. Смотрят и одобряют. Лаба Свакара. Чего?
Первое место. А, нет, третье, второе. Так я хожу дома, а так я выступаю. Нахер нам концерт? Посмотрите. Но... Давайте пробуем. Выпей сначала. Ну типа, я латыш? Да. И да. Я буду... Ну, я, латыш. Я латыш. Я буду разговаривать по-латышски, и вам будет... Отвечать, пробовать говорить по-латышски, хотя я два слова знаю. Я буду задавать самые простые вопросы. Это сначала, а потом. Ну давай. Вопросы, Лёш, вопросы. Подожди, подожди, так ты мне задаешь на латышском, а я отвечаю на русском? Нет, на латышском. А, ну... Нет, не надо вопросов, ты мне просто что-нибудь давай говорить. Вообще что-нибудь говорить. Я тебе спрошу что-то? А, ну давай, ну давай. Логично. Когда Патрик Ватрик? Себая корова, да. Там было просто звуки. Так я... В чем, вот как бы смысл в том, что я сейчас что-то сказал, а ты мне должен сказать, есть вообще такие слова или нет? Ну, я знаю, что вряд ли ты угадаешь такие слова. Ну да, еще пробуйте. Да, ира бабра, ухтермаши, ира кадегла и цвар. Цвар думался, а лагаться вот фаескис. Это больше морлок, вы фремиен. Я морлок, вы фремиен. Little Auskas, Kaukas, Kaukas. Я типа, знаешь, что спросил? Я типа спросил, типа, не страшно сидеть в машине, когда я не свободен? Ну, типа, за рулем. А я что сказал вообще? А ты нихуя не сказал. Мы приехали в Берлин. Почему не зарядить, а?
Вот такой вот хостел. Посмотрите-ка. Посмотрите. Не сравнить с моим, да? Кто был у меня? Грязное полотенце. Валов, чем ты занимаешься? А вот. Сейчас я покажу вам окрестности. В каждом номере есть туалет и душ. Там еще комнаты. И еще, и еще. И должен заметить, что это мы сейчас на втором этаже, а на первом тоже столько же места. Утро 9 числа. Мы в Голландии. How y'all doing? Yeah! All right. I got some friends of mine up here from Russia. Yeah. Go ahead. Just been here. The name of the band is One Glimpse Away. Okay. So we look one glimpse away. So be looking and checking out. Okay.